Последнее время в Монголии все чаще происходят случаи заболевания клещевым энцефалитом, особенно в лесных аймаках, таких как Архангай и Саланге. Иногда это заканчивается летальным исходом. Кроме того, клещи нападают и на скот. Сейчас в Монголии не производится ни один лекарственный препарат против этих заболеваний. Однако мы проводим необходимые исследования и двигаемся к этому.